В этом году международная научно-практическая конференция «Байкальские встречи» посвящена степной Евразии, ее культурному единству и многообразию. Эта встреча имеет важное значение не только для Института культуры, но и для всей Бурятии. Безусловно, международное, межнациональное согласие сегодня является основным важным фактором для развития всей страны. И, конечно, многонациональные республики здесь играют особую роль. И, собираясь нашим сообществом научным, идет обсуждение этих проблем. Все мы знаем, что у нас наша республика является многонациональной. Только по последней переписи населения в республике зарегистрировано более 120 национальностей. И мы с вами живем в этой республике, имеем опыт межнационального согласия и хотим поделиться этим добрым опытом развития и сохранения культуры с коллегами. На байкальские встречи приехали гости со всей страны. Мы видим, как меняется человек, в том числе его скорость индивидуального развития, продолжительность жизни, особенности его телосложения тоже трансформируются. Так что, с моей точки зрения, и байкальские встречи, и вообще исследования в этом регионе – одни из таких самых передовых и интересных для нашей страны. Байкальские встречи – это очень важный форум, которые способствуют осмыслению культурного наследия и пониманию того, насколько важна наша интеграция и взаимный обмен культур. Общественная палата Российской Федерации и комиссия по культуре и духовному наследию уделяют большое внимание этому вопросу. И уже первый день знакомства с национальными традициями бурятского народа показал, насколько большой вклад в культуру человечества вносит бурятский народ нашей страны. Байкальские встречи продлятся до 21 сентября. В программе конференции различные круглые столы и мастер-классы. По итогам работы будет издан сборник материалов. Ознакомиться с ним можно будет в Национальной библиографической базе данных Российского индекса научного цитирования. Андрей Слепнев, Жаргал Цириндашеев. Новости дня.